Тяжелое известие настигло нас вчера. 23 января 2018 года Министерство культуры Российской Федерации отказало в смерти Сталину. Несмотря на преклонный возраст, подорванное состояние здоровья и дыхание Чейнстокса, Сталина решили оставить жить. В принятии решения участвовали члены Общественного совета по культуре, члены Политбюро ЦК КПСС, товарищи Пожигайло, Говорухин, Верещагин, Драпека, Мединский, Ежов, Ягода, Каганович, Молотов, Берия, Ворошилов, Жуков, Воротников, Слюньков, Косыгин, Суслов, Язов, Пуга, Янаев и Никита Сергеевич Михалков. Трагическая новость коснулась каждого из жителей нашего Отечества. Нескончаемым потоком идут отклики пользователей социальных сетей. Волна народного гнева обрушилась на чиновников и общественных деятелей, решивших судьбу вождя. Недальновидное решение, недалекие люди, неумные функционеры с ограниченным кругозором – вот те немногие эпитеты, которые можно произнести в эфире. Но несмотря на такую реакцию, в смерти Сталину отказано окончательно. Иосиф Виссарионович жил, жив и будет жить. Однако радоваться рано. И пусть орет иной оракул, что не болеть зажившим ранам, что не вернуться злым оравом, что труп врага уже не знамя, что я рискую быть отсталым. Пусть он орет, а я-то знаю, не умер Сталин. Как будто дело все в убитых, в безвестно канувших на север. А разве веку не в убыток то зло, что он в сердцах посеял? Пока есть бедность и богатство, пока мы лгать не перестанем и не отучимся бояться, не умер Сталин. Пока во лжи неукротимы сидят холеные, как ханы, антисемитские кретины и государственные хамы, покуда взяточник заносчив и волокитчик беспечален, пока добычи ждет доносчик, не умер Сталин. И не по старой ли привычке невежды стали наготове навешать всяческие лычки на свежее и молодое? У славы путь не одинаков, пока на радость сытым стаям подонки травят пастернаков, не умер Сталин. А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится, когда мы истины не ищем, а только нового боимся? Я на неправду чертом ринусь, не уступлю в бою со старым. Но как тут быть, когда внутри нас не умер Сталин? Клянусь на знамени веселом сражаться праведно и честно, что будет путь мой крут и солон, пока исчадье не исчезло, что не сверну и не покаюсь, и не скажусь в бою усталым, пока дышу я и покамест не умер Сталин. Борис Чичибабин, 1959 год.